Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Самым ярким впечатлением на прошедшем Экофесте был, естественно, доклад генерального конструктора Skyway Анатолия Эдуардовича Яницкого. После него одинаковый интерес вызвало как катание на подвижном составе Skyway, так и презентация многочисленным партнерам проекта Юнибуса высокоскоростного в движении. Мы сегодня общаемся с Сергеем Владимировичем Артишевским, главным конструктором высокоскоростного транспортного комплекса. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Здравствуйте, Михаил. Ну, во-первых, расскажите, что стоит за сокращением Ю-4-362, который гордо носит это уникальное транспортное средство. Если вдаваться в подробности именно в каждую буквенно-цифровое -цифро э, значение, то это Юнибус четвертого поколения, относящийся к семейству высокоскоростных транспортных средств э, семейного типа с двухрядной компоновкой расположения сидений. Еще год назад был представлен на Инотрансе 2018 высокоскоростной Юнибус. Чем была вызвана необходимость создавать еще один так называемый мул если раскрывать все так сказать тайны, то для, для того чтобы разобрать и добраться до элементов в высокоскоростном транспорте надо снимать где-то сиденье, где-то обшивку, где-то панели, а в, выско, в высокоскоростном шасси, с, э, то, что стоит сейчас за нами. Э, все внутренние элементы открыты, и просто войдя внутрь, мы получаем доступ ко всем системам управления, ко всем жгутам, э, ко всем, э, ко всем деталям и узлам. Ну еще, как я понимаю, мы не рискуем дорогими материалами, отделками и всем тем, чем уже прославился наш высокоскоростной Енибус. Так ли это? Абсолютно верно. Спасибо большое. Скажите... Вот э, с полным ли правом мы называем это транспортное средство уникальным. Какие характеристики заложены в нем проектом? Характеристики. Ну, э, если касаемо данного транспортного средства, это шестиместная компоновка, шесть посадочных мест. Э, максимально заложенная скорость это 500 км в час, ускорение разгона до полутора метров на секунду в квадрате дальность перевозки, дальность пути до двух часов. То есть это на нем можно без проблем за, скажем так, за одну остановку добраться из Минска до Москвы с запасом, так я понимаю? Да, даже еще и время останется. Спасибо большое. А скажите, вот все-таки мы планировали построить здесь полноценную трассу длиной 20 с лишним километров. Получился только разгонный участок. Все-таки на нем мы что-то пытаемся испытывать. Что возможно испытать на участке длиной, если я не ошибаюсь, 950 метров? Ну, в первую очередь, это э, задача как этого участка, так и этого шасси в данном случае. Это научить работать и дружить между собой всех деталей, всех узлов, всех элементов, э, сист э, научить систему управления управлять и давать нужные и правильные команды исполняющим механизмам, а исполняющие механизмы должны правильно реагировать на команды системы управления и, и взаимодействие, обеспечить взаимодействие всех систем, систем управления и механических систем между собой. Это и есть задача, в первую очередь, этого испытательного участка. Спасибо большое. А какие характеристики функционирования элементов и так далее уже удалось подтвердить за прошедшее время? Ну, за прошедшее время мы достигли уже и, скажем так, первых экспериментальных скоростей. Мы подтвердили работу, правильную работу системы рекуперации с, с взаимным Взаимной работой аккумуляторов, системы зарядки ну, и, соответственно, электродвигателей наших. Она работает в данном случае, можно сказать, отлично, выполняет все свои функции, заряжает аккумулятор при торможении, чем ускоряет, продлевает работу транспортного средства на одном заряде. Спасибо большое. А какую максимальную скорость на этом участке может достичь u 4 В дальнейшем для отработки и накатки мы будем повышать скорость. Скажем так, как рейсовую на этом участке мы планируем 80 км в час для ресурсных испытаний, скажем так. Ресурсных испытаний, элементов, ну и в том числе и шасси самого. Спасибо большое за исчерпывающие ответы. Подписывайтесь на наш канал YouTube. Следите за обновлениями новостей на наших официальных сайтах. Поддерживайте наш проект. И если в вашей жизни что-то затормозилось, в ней снова все выйдет на высокоскоростные рельсы. Строй Skyway! Спасай планету!